Память есть? Идет. Так, запись идет. Одна рука постоянно продолжает работать со стопой, со сводом стопы, вторая вот отжимает все мышцы икроножные. Доходим до самого верха. Один проход, второй проход пальчиками. Тут идет тройной меридиан троичного обогревателя по китайской терминологии. Потом кулачком можно пройтись. А эта рука продолжает работать. Потом прямо можно пройтись. Потом вот эти паховые мышцы, вот это на вторая есть. Если сзади мы находили первую, вот она здесь, то вторая вот находится. Ее она достаточно бывает закрепощенная, вот ты как раз спрашивал, да? Вот ее надо растрясти, вибрации, да. Потому что прожимать ее, это будет очень болезненно. Так, это рука не останавливается. Возвращаемся и смотрим бедро. Можно подвернуть вот так вот на себя. То есть в момент тут два давления есть. С одной стороны я дергаю воздействие на бедро, а с другой стороны я второй раз, когда дергаю, я стопу вот так вот подергиваю. Она тоже может щелкнуть. И опять мобилизация пятки относительно стопы в эту сторону и в эту сторону. С поворотом ноги идет. Ну, когда мы две ноги заканчиваем делать, можно еще желательно протрясти их. Для этого включаем вибрацию, ноги максимально прямыми. И в каждую ногу упираемся, вибрируем так, что аж отражается в бедрах. На вытяжение. Медленно, медленно делаем. И в конце можно поднять ноги, поясницу натянуть на себя и легко, так легко покачать. За счет корпуса вот так вот отклоняясь. Да, можно корпус кажется. Ну тут желательно получше чуть-чуть. А потом перу стулом ставлю коленки, они лежат у меня отдыхают. Да, кстати, со стулом действительно правильно. Это шикарно. Когда вы разгрузили поясницу, хорошо человека все-таки оставить минут на 10-15, да, чтобы он да, лежал в да. такой позе на стуле. Иногда еще им валик, такой у меня есть такой холодный валик, под крестец подкладываю и на стул также. И у них он еще больше раскрывается. Вот это интересно, да. Так, ну а затем мы закончили массаж ног спереди, но это еще не все. Дальше пойдут у нас мануальные практики с более конкретными проблемами будем решать. То, чего вы, к сожалению, не увидите на видео. Потому что зря не приходите к нам на тренировки, на тренинги, где все познается на натуре. До новых встреч, друзья!